три сотни пройдено, сейчас остановились подзаправиться. Попозже перекусим. Погодка шепчет. Так что вот так. А у нас тут авария. Или что тут? Да, вон, фуры, наверное. Охренеть, это вторая уже, блин, авария. А я говорю, это как вам, шашлыки жарят туда. Тамбов заехали, да? Так не было. Не, Тамбовская уже пошла. Не, знак не было. Привет еще раз. Вот остановились пожрать. Вон трасса. 500 километров, значит, это часов 5-6. Да. Время сейчас 3. Где-то сейчас перекусим, дальше помчимся. Нам где-то 500 осталось. Вот. К 9 должны приехать мы, в общем. Ну, бутерброды наши тут. Ну все. Я ему так скажу, блядь, наверное. Кому, мужику-то, да? Че? Этому хрена. Ну ладно, я скажу, мы приехали, знаете, до Высоцкого по... Нормально. Так и должна быть, давай. Почему? Ну так смотрится лучше. Ну ладно, че? На свадьбу, что ли, едешь? Пузо в кадр попал. Пузо в кадр, пресс, говорю, в кадр попал. Дальше раз. Пресс. Да, вот здесь вообще встали, по телевизору. Да, побалдеть можно, смотри, вообще класс, да? Очаги разврата везде, смотри, да? В кафешке везде приехали. Мне кажется, наверное, последние леса, которые мы сейчас будем видеть. Да? А, ну да, там. Thank you.
такие, ребята, аварии у нас тут. Уже две засняли мы. Живой вон руками двигает. Это нет, который летел-то у нас? Да хуй знает, а машины это, блядь. Ой, бля, а, тоже. Смотри, он всадил-то, блядь. Ебать, вообще. Запчасти. А в кого он уделал-то? Вот, наверное, вот. Вот фур стоит. А, да. Вон, видишь. А фур, смотри, у него колесо лобнуло. Он что, фура, блядь? Да, получается, в это. Или он, может, фуру влетел, блядь. Ну, что-то такое, да. Вот сейчас пробки постояли. Воронежская область у нас. Фу, воняет, блядь, да? Речка Хопёр. Хопёр Инвест. Ну что, вот Волгоградская область у нас уже. Пошли сфоткать. Да. Вот ровно 642 километр у нас. Вот бескрайние степи Волгограда. Начинаются потихоньку. Впереди, да, как будто, блядь, это темное все такое, дымка. Машина, блядь, конца мая вообще горизонт даже не видит, вообще. Ничего вообще. Ага. Не, горизонт видно, дальше не крайне. Речка Кумылга. Кумылга. Речки, правда, не видно. А что вы, блядь, так пишете? Вон Волгоград, смотри. Вижу. Да, надо сфоткать его. Что, может, сфоткаешь? Тормози здесь сейчас. Ну так, не 5 звезд, но сойдет, перекусили уже. Кабина тубзик. В общем, чуть располагаемся. Самое главное, здесь плазма у нас, да? Иди покажи еще, как это, стиральная машинка работает. Сейчас постель. Тут у нас... Гламурненькая, блядь. Вообще. Да, ну, Дима, постель гламурная. Да. Розовая. Да, это... Пойдем, я покажу, помогу тебе. Да, тут... Объясни.
салоне 21 века, волгоградская, да? Так, стиральная машинка. Вот же вот так. Закрыли. Подожди, подожди, так не надо. Вот такой шнурочек, блядь. За машинкой стиральной. Да, за машинкой. Дергаем. Оп. Оп. Все. Все дистанционно. Да. Это оказывается у нас дома в этих, ну какое. Ну зачем? Тут у нас. Не, ну тут мы уже с едой. Тут да, да. Тут нормально все. Еда была наша, конечно же. И Ромка нас угостил. Не, ну что, нормально. Вот люстра еще. Такая. Люстра милицейская у нас, да, мигает вот. А вода только холодная. А, только вода. Еще вообще нету в этом городе. Воды горячей здесь нет. Ужас, короче. Зато есть радио. В душе. Я не пробовал, кстати, его. Я сполоснулся, но я что-то не... Ух, там, а с мигалочками. Ну, а ты говоришь. Ну все, давай. Я без радио, блин.